Любая революция – это не только испытание для людей. Это еще и большое испытание для денежной системы государства, на долю которого выпадают революционные потрясения. Не стало исключением и Россия после 1917 года, когда до основания были разрушены и общественные, и государственные устои. Вполне естественно, что система денежного обращения в стране пришла в полную негодность. 17-й год дал нам заем свободы вместо военных займов царского времени. И новые деньги, самые высокие номиналы там были в основном в краткосрочных обязательствах, они доходили там до совершенно сумасшедших номиналов, но такие обиходные были до 10 тысяч, все остальное уже было редкостью. В октябре 1917 года количество денег в обращении по сравнению с довоенным периодом увеличилось более чем в 9 раз. Цены на хлеб к этому времени возросли по сравнению с 2014 годом в 16 раз, на картофель в 20 раз, сахарный песок в 27 раз, мясо в 5 раз. Инфляция нарастала, но тем не менее к ноябрю, к 25 октября 2017 года все-таки рубль временного правительства еще стоил порядка 20 копеек. Теми довоенными деньгами. То есть инфляция была чудовищной, но это еще не была гиперинфляция, она была не смертельной. Даже вот сам факт появления керенок 20-40 рублевого достоинства говорит о том, что необходимость в мелких разменных деньгах была. То есть 20 и 40 рублей еще были деньгами. В обращении, кроме кредитных билетов и новых денежных знаков, керенок, выпущенных временным правительством, использовались различные денежные суррогаты – чеки, боны, марки, облигации государственных займов, обязательства казначейства. Вот это вот краткосрочное обязательство государственного казначейства, которые ходили практически наравне с деньгами, ну, они имели несколько другую функцию, но неважно. Вот их номинал доходил до 10 тысяч из тех, что были, так сказать, в широком обиходе. Объем эмиссии был просто гигантский, потому что надо было финансировать государственные расходы. А государственные расходы гигантскими были потому, что Россия, Советская Россия вела боевые действия. Вот. Автоматически при этом сбор налогов был крайне незначительный. Понятно, что собирать налог было просто не с кого. Вот. Соответственно, львиная часть расходов бюджета покрывалась за счет денежной эмиссии, то есть просто за счет печатания денежных знаков. Правда, при этом надо оговориться, что львиная доля, так скажем, потребностей оплачивалась натурой. То есть существовали пайки, существовали нормы выдачи дров там, и так далее и тому подобное. Вот. Действовал бесплатный проезд на общественном транспорте, например, в трамваях. То есть то, что вот, давали на паёк, определяло уровень хлебности должности, потому что сами деньги были очень малозначащим элементом. Значит, было развито, конечно, мешочничество, обменные всякие операции. Ну, за деньги что-то покупали, но в основном крестьянин, который мог предложить голодному городскому населению какую-то еду, требовал либо романовских денег, поэтому их и печатали до 21 года, а самое лучшее – это вот. Вот золотая десятка, она не подведет. Влияние постоянно обесценивающих совзнаков было не очень значительным. Вот, они использовались достаточно редко вот, в обыденной хозяйственной жизни тех лет. Вот, и, собственно говоря, курс был, проводился такой, чтобы вообще эти совзнаки рано или поздно ликвидировать. Вот, и заменить их натуральным продуктообменом. Совзнаки – это первые советские квазиденьги. Выглядели они чуть лучше нарисованных от руки. И, похоже, были на фантики, так как изображение имелось только на одной стороне. Исторический факт. На 4-м конгрессе Коминтерна предсовнаркома Ленин не без иронии заметил, что русский рубль можно считать знаменитым, хотя бы потому, что их количество превысило квадриллион.
В этих условиях денежная реформа решительно назрела. Автором первой денежной реформы совдеповской эпохи по праву считают Григория Сокольникова. Это он предложил ввести параллельную с совзнаками валюту под известным ныне названием «золотой червонец». Настоящая фамилия отца неповского золотого червонца советского вида, в 33 года ставшего наркомом финансов, – «Бриллиант». Она как бы соответствовала его предназначению. Уже весной 1918 года он предложил создать вторую параллельную золотую валюту, беспрепятственно размениваемую на совзнаки. Автор первой денежной реформы знаменит прежде всего своей реформой самой. Она сделала их известными, она сделала известным наркома финансов Сокольникова, его заместителя Яровского. Вот. Ну, правда, там был еще один известный человек по фамилии Кутлер, который проводил денежную реформу еще в 1895 году. Это был один из случаев Государственного банка Российской империи. Значит, после того, когда буквально на пустом месте удалось создать полноценную денежную единицу, люди эти прославились, ну, можно сказать, навсегда. Война оттянула решение на 4 года, но и сделала его очевидным. Страна переходила от разрухи и жестких постулатов военного коммунизма к нормальному экономическому и торговому кровообращению, к НЭПу. И бумажные совзнаки, обесцененные в 20 миллионов раз, этому никак не соответствовали. Когда гражданская война стала, так сказать, подходить к своей кульминации, когда было ясно, что перелом в гражданской войне наступил и советская власть побеждает, то возникло два таких течение. Первое, значит, течение – это о том, что деньги должны умереть, но оно не возобладало. Второе, что необходимо ввести твердую валюту, которая как бы вернула бы денежное обращение в нормальное русло. И была проведена с 1921 года по 1924 год очень серьезная такая работа по подготовке и проведению денежной реформы, которая известна как реформа Сокольникова. Перед началом реформы шли бурные дебаты о том, как назвать новые деньги. Были предложения отказаться от старых наименований и ввести новые, революционные. К примеру, работники наркомфина предлагали назвать единицу твердой советской валюты федералом. Предлагались также и традиционные названия – гривна, целковый и червонец. Но гривнами назывались деньги, ходившие в гетманской Украине. А целковый ассоциировался с серебряным рублем. Поэтому было принято решение назвать новые деньги червонцами. Это было, так сказать, ну, как бы платежное обязательство Государственного банка. А в обращении продолжали поступать обесценивающиеся стремительно советские денежные знаки. Но, правда, так сказать, даже в этих денежных знаках происходили определенные изменения. Они все-таки стали называться денежными знаками. Для того, чтобы подготовить реформу, было проведено две деноминации. К денежной реформе подходили осторожно, постепенно. С мая 1922 года вводился новый счет. Рубль нового образца приравнивался к 10 тысячам рублей всех ранее выпущенных образцов. Деноминация унифицировала денежную массу и упростила счетные операции. Эмиссионное право замыкалось на наркомате финансов. Осенью 1922 года всем иным организациям и учреждениям было запрещено выпускать денежные обязательства на предъявителя. Эти червонные билеты были напечатаны и выпущены в обращение. При этом надо было иметь в виду, что их номинал был искусственно завышен. Надо иметь в виду, что один червонец – это 10 рублей. Вот. А 10 рублей золотом тогда были просто гигантскими деньгами. Вот. И выпуск банкнот номиналом 1 червонец – 10 рублей, или, скажем, 25 червонцев – 250 рублей – делал эти бумажные, казалось бы, поначалу деньги совершенно недоступными для мелкого розничного оборота. Поэтому российское денежное обращение того времени разделилось как бы на две части. Одна часть, которая по-прежнему обслуживала советскими денежными знаками, это была мелкая оптовая розничная торговля, и была крупная оптовая торговля между предприятиями или, скажем, торговыми предприятиями, которая уже обслуживалась червонцами. И вот это параллельное существование двух валют длилось 2 года, с 22 по 24 год. Вот, к концу 24 года совзнаки окончательно обесценились, вот, и их просто изъяли из обращения по курсу 1 червонный рубль 10 тысяч рублей совзнаками. Третий этап, когда на место совзнаков была выпущена так называемая казначейская валюта. Это были билеты казначейства и мелкие серебряные разменные монеты.
Новая валюта имитировалась кредитным методом. Червонцы поступали в каналы денежного обращения в порядке выдачи кредитных суд Госбанком. Таким образом, устанавливалась связь между выпуском денег и потребностями хозяйственного оборота. Погашение червонных кредитов банковскими билетами обеспечивало возвратность червонцев в кассу Госбанка. Реформа была сделана очень хитро. Банкноты были обеспечены золотом чуть ли не на 40%. Это была очень высокая норма покрытия. Вот. Но при этом разменять червонцы в кассе Государственного банка на золото было невозможно. Это были неразменные на золото бумажные деньги. Остальное покрытие – это были векселя и иностранная валюта. То есть Госбанк за этим покрытием следил очень внимательно, и каждый месяц публиковались соответствующие отчеты Госбанка, где показывалась структура покрытия банкнот золотом, векселями и иностранной валютой. В 23-м году была еще 100-кратная деноминация. В итоге, значит, 1 рубль 23-го года превратился в миллион рублей тех 21-го года. Но параллельное хождение двух валют, червонной и, значит, казначейской, вот этих денежных знаков, вернее, совзнаков, она была достаточно намеренно направлена на то, чтобы практически нулифицировать, то есть вывести из обращения совзнак. И вот довели до обменного уровня 1 к 50 миллиардам. То есть, в общем, его обесценили до нуля практически. Ну, когда в 23-м году были выпущены последние такие совзнаки, то номинал их уже был, после двух деноминаций, самый большой – 25 тысяч. То есть это 25 тысяч миллионов. Чтобы наглядно представить, как это было, обратимся к свидетельству очевидцев. Вот что пишет Михаил Афанасьевич Булгаков в своем дневнике. 24 мая 1923 года. Хлеб белый – 14 миллионов фунт. Червонцы, банкноты ползут в гору, и сегодня 832 миллиона. 25 июля 1923 года. Банкнот червонец сегодня стал 975 миллионов, а золотой рубль 100. Курс Госбанка. 2 сентября 1923 года. Сегодня банкноты с Божьей помощью 2050 рублей. В скобочках 2 миллиарда 50 миллионов. 30 сентября 1923 года. Червонец сегодня 4000 рублей. Дензнаки 1923 года. В скобках 4 миллиарда. 18 октября 1923 года. Червонец с Божьей помощью сегодня 5500 рублей. Французская булка стоит 17 миллионов. Фунт белого хлеба 65 миллионов. Яйца десяток вчера стоили 200 рублей. В 1924 году реформа была благополучно завершена, все эти совзнаки были изъяты из обращения, возникли большие проблемы с разменом, в обращение были вкинуты и транспортные сертификаты, и некоторые другие всякие штучки. До этого во многих местах из-за гражданской войны доставка свежих денег была затруднена, и там советская власть разрешала выпуск местных эмиссий. То есть, в общем, к 1924 году все это было как бы завершено. В Закавказье тоже ввели единую советскую валюту. Все вроде как приобрело свое лицо. Введен был этот самый червонец. И было написано, что один червонец, один золотой рубль содержит столько-то золота, но вот размен будет произведен после дополнительного распоряжения. Это распоряжение так никогда и не вышло. А вот серебряные монеты того же, той же пробы и той же массы, что при Николае, были выпущены. Они заготавливались с 1921 года, то есть подготовка была 3 года. Их начеканили довольно много, причем они специально и медные монеты по весу, и по массе, и по, значит, металлу были точно такими же, как царские, для того, чтобы как бы повысить авторитет этих денег, чтобы показать, что деньги вернулись на прежний уровень. Система параллельного обращения двух валют способствовала частичному восстановлению ценности денег и оздоровлению народного хозяйства. Быстрая накачка промышленности и торговли деньгами ускорила кредитование этих секторов. Произошло укрепление связи советской экономики с мировым хозяйством и одновременно предотвращено внедрение в России иностранной валюты.
В 1924 году известный журналист Михаил Кольцов разродился поэтическим некрологом. «Смерть подкосила тебя, совзнак, вкрадчиво и неожиданно, в одни астрономического расцвета накануне нового этапа, когда ты собирался даровать жизни новое слово «триллион». Червонец, сытое дитя новой эпохи, нового поколения, сразил тебя, истощенного холодом, голодом и блокадой, и ты примешь смерть и навеки замрешь в благоуханном венке из лимонов и лимардов». Говорят, Сталина разозлил этот поэтический опус. По этой ли причине или по какой-то другой, но Михаила Кольцова в лихие 30-е расстреляли. Реформа прошла достаточно успешно, но, к сожалению, с 26-го года практически страна перестроилась на другой лад, и этой идее пришел благополучный конец. В итоге появились карточки, голодомор. В 37-38 годах была произведена полная денежная реформа. Все эти, значит, деньги были изъяты из обращений. Ну, то есть их изымали постепенно по мере износа, но, в принципе, были введены новые деньги. От 10 червонцев до 1 рубля, значит, от 1 червонца до 10 червонцев это банковые билеты, и от 1 рубля до 5 казначейские билеты, с которыми мы вступили в войну. Вот эти вот деньги в 47-м году и меняли. Каждой денежной реформе, как правило, предшествуют финансово-экономические катаклизмы. О реформе 1947 года, или, как ее называют, сталинской реформе, предшествовала война. Результат ее известен. Советский Союз вышел победителем из этой войны, но половина европейской части СССР лежала в руинах. Послевоенная денежная реформа в Советском Союзе была вызвана тем, что военные расходы, как, собственно, и во время гражданской войны, финансировались за счет эмиссии денег, не имеющих никакого товарного покрытия. Это, надо сказать, стандартная ситуация, когда идут боевые действия, идет война. Бюджеты всех воюющих стран финансируются за счет денежной эмиссии. Поэтому при проведении денежной реформы прежде всего ставила задача привести в соответствие между собой вот эту избыточную денежную массу, выпущенную во время войны для оплаты военных расходов, и достаточно скудные товарные ресурсы, которыми располагал Советский Союз сразу после войны. При этом надо напомнить, что денежную реформу собирались провести сразу после войны, в 1946 году, но перенесли, потому что в 1946 году был не урожай и даже голод. То есть ни о каких таких товарных ресурсах, товарном покрытии бумажного рубля и речи не могло идти. 46-й год, 46-й и первая половина 47-го – это самые тяжелые годы были. Я в Донбассе учился, в Краматорске. Вот. Это жуткий были год. Я думаю, даже в войну не было так тяжело, как вот в 46-м году. Такой голод был. Или, значит, наши парни, пацаны и опухали, многие бросали техникум. Потому что очень засушливое лето было 46-го года. 45 на 46-й, вот 46-го года, очень засушливое лето было. Я думаю, что все-таки потом поднакопили, видно, резервы. Особенность этой реформы состояла в том, что она проводилась одновременно с отменой карточной системы. В декабре 1947 года было издано постановление о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольствие и промышленные товары. При проведении денежной реформы была отменена карточная система, это было совершенно естественно, потому что специализированные карточки, да, талоны, да, на которых были написаны там, хлеб, молоко, чай, сахар, заменили универсальными талонами, на которых было написано 5 рублей, 10 рублей, там, 25 рублей и так далее и тому подобное. То есть с точки зрения, опять же, товарного покрытия ничего просто не произошло. Та самая товарная масса, которая раньше распределялась по карточкам, теперь распределялась как бы за рубли в ходе как бы свободной торговли. Но на самом деле это была, конечно, полная фикция. Денежная реформа заключалась в обмене находившихся в обращении денежных знаков на новые в соотношении 10 к 1 и дифференцированной переоценке денежных накоплений. Мелкие вклады в сберегательных кассах до 3000 рублей, составляющие 80% всех вкладов, не подлежали переоценке. Вклады, превышающие 3000 рублей, переоценивались сверх этой суммы в соотношении 3 к 2 до 10 тысяч рублей, а вклады сверх 10 тысяч рублей в соотношении 2 к 1. Реформа 47-го года, она была еще замечательна тем, что, значит, поменяли все довоенные облигации на новые. Значит, было довольно много всяких там манипуляций с деньгами, но все это было одного и того же направления.
Для держателей облигаций государственных займов были установлены следующие условия. Облигации обязательных займов обменивались на облигации нового займа в соотношении 3 к 1. Облигации свободно реализуемого займа 1938 года в соотношении 5 к 1, а облигации займа 1947 года переоценке не подлежали. Денежные знаки 1947 года, они обладали двумя такими особенностями с точки зрения, как денежные знаки. Они обладали достаточно большим и неудобным размером, во-первых. Во-вторых, они были лучше всех других денег, пожалуй, что защищены от подделки. Подделать их было довольно сложно. Там появился, значит, локальный водяной знак на крупных номиналах, 50 и 100 рублей, портрет Ленина. В общем, деньги были весьма такого своеобразного вида и качества. Неколебим и неизменен, как труд народный полноценен, да будет новый знак рубля. С рублей советских смотрит Ленин и башни древнего Кремля. Каких-то 60 лет отделяют нас от реформы 1947 года, и живы еще очевидцы тех событий. Как народ встретил отмену карточек? Как отразилась эта реформа на людях? Что им запомнилось больше всего в тот послевоенный 1947 год? С одной стороны, это благо великое было, а с другой стороны, и многие погорели на этом деле. Особенно, по-моему, люди, которые близко стояли около этой проблемы. Я знаю некоторых людей, которые погорели. Тогда же была сложная система. До определенного уровня один к одному меняли, после определенного один к пяти, там, и десяти, и так далее. Но меня это не интересовало абсолютно, потому что у меня не было денег, мне нечего было менять, и у меня не было проблемы. Я учился в техникуме в это время. Знаете, мне даже больше запомнилось и отложилась память не денежная реформа. Меня, как и миллионов людей в того времени, миллионов, вот, которые, начиная с 40-41 года, мы ни разу досыта не ели, вот считайте, если 41, лет 6, мы досыта не ели, лет 6. Вот. И когда я на второй день увидел, пришел в магазин, увидел, что можно хлеб купить, для меня это было полнейшее откровение. Полнейшее. Потому что, учась в техникуме, я, значит, получал 500 грамм хлеба. Я за один раз, за 40 минут, значит, двойную, то есть два дня съедал сразу же. И не один я такой был, все такие были. Вот это для нас, это, конечно, ну, непостижимое было. Можно купить хлеб. Можно купить там конфеты. Это, конечно, вызвало огромнейший энтузиазм. Не говорю нас, пацанов. Ну, у нас потребности такой, кусок хлеба там, что-то еще. Ну, а семьи же, которые кормили люди, детей. Вот поэтому вот это мне запомнилось. А как там менялись деньги, честно говоря, меня в то время это абсолютно не интересовало. И мне наплевать на это дело. Мне их не было денег, что думать о них. В учебниках по советской экономике приводятся такие факты. После отмены карточной системы государственные розничные цены в 1948 году были на 17% ниже дореформенных, а рыночные цены снизились более чем в 3 раза. Что касается изменения розничных цен на товары широкого потребления, то с ними проделывали разного рода манипуляции, и сейчас уже трудно понять, где что находилось в первый раз, от чего стали отталкиваться. Дело в том, что до 1947 года в стране действовало два уровня цен. Были так называемые коммерческие цены, и существовали специальные коммерческие магазины, где, в принципе, был очень хороший ассортимент. Потом были пайковые цены. Это цены, по которым можно было отоваривать свои карточки, все равно при этом приплачивая еще и деньги. И еще был уровень цен колхозного рынка, но это он, скорее всего, тяготел к коммерческим ценам. Вот, собственно говоря, это, так сказать, база, с которой начиналась денежная реформа в области ценообразования. Перед проведением денежной реформы пайковые цены были повышены до уровня коммерческих.
Вот. Потом денежная реформа была проведена, и после этого, как мы все прекрасно знаем из истории, несколько лет подряд розничные цены постоянно снижались. И это выдавалось как бы за вот победу, так сказать, победу экономического строя социализма, заботу партии об улучшении жизненного уровня трудящихся и так далее и тому подобное. Вот. Но опять же, это повышение цен могло, понижение цен могло произойти только потому, что до этого цены были резко повышены. Ну а, соответственно, денежная масса резко сокращена. Если предыдущие цифры можно назвать лукавыми, то следующие факты трудно оспорить. После реформы финансовая система СССР значительно укрепилась. Была выведена из обращения доля спекулятивных накоплений, нейтрализованы фальшивые купюры, а также вывезены из оккупированных территорий прежние советские деньги. В сберкассах наблюдался ощутимый приток вкладов населения, соответственно, окрепла система государственного кредита. Эта реформа была самой короткой и динамичной за всю предыдущую историю государства. Новый 1948 год страна встретила без карточек с новыми купюрами. Выглядели они вот так. Правда, жизнь их была короткой. Не прошло и 14 лет, как советский народ вынужден был вновь менять внушительные сталинские купюры на скромные хрущевские.